Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 29 марта. Я пришла проверить, как переночевали мои первые высаженные томаты в теплицу. Теперь буду ходить сюда каждый день. Пока, ну, по крайней мере, вот три ночи следующие у нас тоже будут минусовые показатели. Сегодня на улице минус 5. Было всю ночь и до 9 утра. Сейчас проверим, что здесь. Температура воздуха 12 градусов. Для ночи, для теплицы это идеальная температура. Сейчас еще внутри там посмотрим. Эта температура достигается тем, что работали ночью только инфракрасные обогреватели, которые я включила вчера вечером, часов в 8 или в 9. Сейчас я откину полог и посмотрю температуру там у них воздуха и температура грунта. Сразу скажу, что сегодня будет пасмурный день. Видите, солнца вообще нет. И чтобы не открывать, не закрывать зря, а ночью будет тоже минус 6. Ну, прогноз такой, минус 6. Ну, примерно такой же, как сегодняшняя ночь. Чтобы туда-сюда пленку эту, одной очень неудобно. Я вчера бегала, сначала один край закрою, потом другой криво, потом подтяну. Я, короче, я сегодня их оставлю так. Откину только немножко, чтобы воздух туда проходил. Но сейчас я выключу, посмотрю температуру. Так, ну у нас грунт вчера как был, 12-13 градусов, так и остался. Потому что я его периодически же отключаю. Но это не критическая температура, не обязательно 15 градусов, как я говорила. Так, а вот воздух здесь у них хороший. Смотрите, 16 градусов. Вот эта пленка, вот двойное, одна тоненькая, не тканная. И одна самая-самая-самая тонкая полиэтиленка. Видели, там 12 градусов не у них в тоннельчике, а у них 16. На 4 градуса пленка, ну как, больше сохраняет тепла. Как видите, тут я убежала вчера, я все не доделала. Сегодня довысаживать не буду, потому что у меня посев капусты, посев последних томатов. А завтра я приду и довысажу. И хотела вам показать чудо такое. Купила в этом году в магазине Дон Жуан семена на развод. Понравился он мне, магазинные. И посеяла вместе вот с этими и вместе с большими, с батянями в один день. Они, во-первых, долго всходили, 10 дней. И вот такие у меня получились. Не знаю, то ли стоит их садить, то ли нет. Еще один Дон Жуан мне прислала Александра Шелуха. С Белоруссии свои хорошие такие здоровые семянки. Я их тоже посею, но я боюсь, что бывает, что под одним названием разные томаты. Я хотела одни магазинные, а другие вот у частного коллекционера. Вот магазинные, видите, рассада двухмесячная. 29 января посеяны. Донжуанчики такие крошечные. Ну вот они еле живые, я их еле выходила из всей пачки. Вот получилось всего 4. Сеянца там было 20, что ли, семян. Вот хочу все-таки их то ли занимать место для них в теплице, то ли нет. И сегодня или завтра постараюсь показать батяню. У меня все просят, покажите батяню петлей-то, вот я делала, покажите батяню петлей. У меня просто не было повода о нем специально видеоролик снимать для него, ну, не стоит вроде бы. А сегодня я его хочу высадить. Я вот в этом ряду высадила нормальных батян. Я вчера показывала, что которые уже цветочную кисть выкинули. И посажу два рядом батяню петлей. И посмотрите. Еще очень странный получился. Вот смотрите, тоже еще не высаживала. Чудо лентяя. Он описан тоже как, ну, низкорослый, 40-45 сантиметров. Но он уже, видите, вот эти высокие под самую пленку. Он уже вырос 35 сантиметров, и я думаю, что он также как бета-пересорт, очень огромный по сравнению с другими коротышками. Ну вот если... Сейчас, подождите. Вот если Настя, она 70-сантиметровая должна быть, она вот такая примерно у меня сейчас. А этот в два раза больше Насти, хотя он должен быть 40-сантиметровый. И вот думаешь, вот эти магазинные новые семена, то ли занимать место в теплице ими, то ли нет, хотела попробовать.
для получения раннего урожая. Ну ладно, долго отвлекать не буду. Высажу, короче, всех. И недопарышей, и каких-то несоответствующих характеристикам сортовым. Потом посмотрим. Но мне кажется, бетта магазинная и магазинное чудо лентяя — это не тот сорт, который заявлен у меня производителем на пачке. К сожалению, бетту мне зрительница одна отозвалась, добрый человек, прислала свои семена. Я их посеяла 10 или 15, ну 10 дней назад, наверное. К сожалению, они у меня почему-то не взошли. Не хочет бетта разводиться у меня. Все, в течение дня я, может быть, еще покажу, как они себя чувствуют. Но ничего, при такой температуре, вот как я говорила, минус 5, минус 6, это температура, которую мы не боимся. Вот здесь, если 12-16 градусов, они прекрасно переживут. Я прогноз смотрела, последние две минусовые ночи, а потом в течение месяца будет плюс. Так что свобода негритятам, будем скоро на воле. Надюшка не успела за мной зашмыгнуть, я дверь закрыла, она стоит у дверей, орет.